Вишня войлочная с гена персиков. Первый год плодоношения. Дата посадки 16-й, дата высадки на это место 19-й. Сегодня у нас 20-й. Дата съемки. Сегодня у нас 8 июля. Немножечко ее, конечно, покушали тут сверху, но при этом очень хороший урожай. Вот такая красивая. Так вот она плодоносит очень красиво. Здесь тоже красавица. Ну, можно сказать, что за 4 года, в принципе, она акклиматизировалась и может рекомендоваться к посадке в нашем регионе. Спокойно зимует без укрытия и дает урожай. Естественно, вот здесь вот некоторые веточки, я вижу, чуть подмерзают, но не все. Экземпляры вишни войлочной с генами персиков, оставшиеся здесь на грядке с керамзитом. Также дата посадки 16-й год косточкой. Сейчас на дворе 20-й. Такой вот результат. Достаточно обильное плодоношение. Рекомендуется к посадке в нашей Нижегородской области. Что удивительно, она даже не кислит.